На гастроли в Северную Осетию приехала труппа Белгородского академического театра имени Щепкина. Коллектив покажет 4 постановки. Это «Горе от ума» Грибоедова, «Мера за меру» Шекспира и «Единственный наследник» Реньера. Для детей представят сказку «Красная шапочка». Все спектакли состоятся на сцене Русского академического театра имени Вахтангова. Событие пройдет в рамках всероссийской программы «Большие гастроли». Спектакли такого глубокого смысла. Там много заложено наших и мыслей, и мук, и страстей, и ценностей. Там много есть, о чем можно говорить и рассуждать, и что в тебе рождается, и ты все это проверяешь в себе. Когда рождается на сцене, а ты смотришь, а я где? А во мне как? И вот мы эти спектакли стараемся возить с собой и стараемся их ставить, чтобы возникали у зрителя эти вопросы.